Необходимо устранить все барьеры, мешающие развитию отечественных высоких технологий. Об этом заявил сегодня Владимир Путин на встрече с участниками конференции «Вперед в будущее». Президент подчеркнул, наша страна обладает в этой сфере огромным потенциалом. IT-индустрия может стать двигателем для всей экономики. Вновь подчеркну, будем поддерживать именно конкурентные отечественные производства. России нужны компании, которые не только способны обеспечить страну современной качественной продукцией, но и завоевывает мировые рынки. Выход на внешние рынки, экспансия российской продукции должны стать естественной стратегией развития национального бизнеса, всей российской экономики. Если мы и дальше будем распылять деньги, неспешно двигаться вперед, а то и просто пережевывать вчерашние проблемы, мы просто опоздаем, причем опоздать можем навсегда. Даже в последний вагон технологической революции не успеем прыгнуть.